значит, всю историю наших побед. Так, идут розовые штуки. Ну, давай лучше, давай это быстрее все сделаем. Все, мы сейчас быстренько их всех победим. В принципе. Нормально. Можем еще сразиться. Еще заработаем. О, какие-то, смотри, жнецы вышли. Что-то новенькое. Ну, пока, в принципе, ничего сложного нет. Да-ду-да-ду-да. Дуда-плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда-плей. Мы продолжаем играть нашу любимую игру. Кастл. И сейчас мы делаем улучшение для наших лучников. Давай купим, сколько у нас здесь возможно. Максимальное количество так не получилось. Ладненько, идем, играем. Так, бонусы получили. Так вот, чуваки, идут у нас, интересно, будет ли здесь какой-нибудь так называемый враг, босс. Сейчас посмотрим. Нет, пока просто идут чувачки. А, давай наших солдатиков быстренько выпустим. Пускай они немножечко поработают. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Смотри, начинают стрелять они активно, да? А, давай выстрелим побольше. Стрел. Хорошо. Так, ну вот у нас чуваки идут. Мощные монстры. Так, сейчас сделаем быстренько вот так. Вот, молнии на него. Все, давай. Так, все, он проиграл. Хорошо. Дальше что? Давай еще купим лучников одного. Так, и еще можно покупать, да, лучников? Нормально. Ага, хорошо, поехали дальше. Угу. Так, ну здесь вроде бы ничего особого нету, в принципе. Зомбачки идут, слизни и, значит, такие вот мортиры. О, это кто такие, смотри, желтые, розовые, то есть, давайте их быстренько уничтожим. Так, давай, лучник, давай, стреляй быстрее. Вот так, хорошо. И давай, может быть, солдатиков выпустим. Давай, пошли солдатики. Хорошо, хорошо, идем. Так, слизни остались. Ну, мы сейчас их быстренько уничтожим всех. Все, убили. Отлично, замечательно. Сколько получили денег? 1600. А ну-ка, а дерево сколько стоит? А дерево стоит... нет, я хочу трофей купить. 2000 стоит. Давай, еще подкопим. Подкопим еще немножечко. 2000, я возьму это дерево. Дерево, которое будет приносить мне дополнительные деньги. А деньги, как вы знаете, в этой игре очень даже нужны, эти монетки. Так, ну, у меня кастл хороший еще, замок нормальный, мощный, поэтому мы можем здесь справиться, в принципе, нормально. Так, синенькие у нас пошли вот эти вот слизнички, ничего страшного. Так, давай этих воинов быстрее, солдатиков. А, солдатики у нас даже не дошли, представляешь, ладненько. Так, 3000 у нас, хорошо, давай возьмем вот такой трофей купим. Так, 2000 он стоит, хорошо. Все, трофей купили. Так, этого мы можем улучшить, да? Да, давай улучшим. 1000 всего лишь стоит. Хорошо. Поехали дальше воевать. Так, деньги нам будут приносить. Сейчас посмотрим, как оно будет приносить нам трофей. Не знаю, посмотрим. Так, лучников у меня много, в принципе. И нормально я сражаюсь, потому что стрел, я вижу, очень много вылетает. Так, давай у нас еще вот здесь герой есть, лучник. Все, мы сейчас быстренько это все постреляем, всех ребятушек. Так, какие-то эти зомбики идут, красненькие. Так, ну мы их, в принципе, быстро уничтожили. Хорошо. Сколько мы получим сейчас денег? А нормально, уже 1600, смотри, мы получили. Сейчас мы еще лучников купим. Хорошо, победа. Давай увеличим лучников. Так, ну смотри, какие дорогие лучники стали, а. Так, еще два лучника, и мы, наверное, полностью забьем этих лучников, и больше не будет места. Ну что ж, поехали. Так, змей у нас хорошо, в принципе, справляется, молодец. Давай, нормально все. Побеждай, побеждай их. Так, давай, лучница, стреляй быстрее. Смотри, сколько их много выбежало-то. Злодеев-то наших, а? Давай, 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 сейчас мы все победим. И где-то должен быть, может быть, главарь тут будет, босс, не знаю. Пока босса нет. Нифига, сколько у меня лучников стреляет, смотрите, ребята. Прям нормальненько. Так, давайте волшебство используем. Все. Хорошо, победа. Заработали мы сколько? 800. Так, а здесь что мы можем сделать еще? Дополнительно купить вот эту штуку. Что это такое, я не знаю. Так, посмотрим. Так, а трофей как бы у нас уже куплен, да? Трофей как бы куплен, но его почему-то я не вижу. Где он здесь? Так, еще одного лучника возьмем. Хорошо. Поехали дальше. Так, что это нам дает, не знаю.
Ах, нифига, она стреляет, прикинь. Ну, это вообще красава. Я не знал даже. Сколько мы сейчас заработаем, посмотрим. Так, пока мало заработали, 700 всего лишь. А, я не знаю, трофей он уже не используется у меня или вообще используется? Вот это вот вопрос. Наверное, нет. Потому что мы поставили башню, которая стреляет. Но, в принципе, башня тоже неплохо. А, ок, нифига, босс здесь будет. Здесь будет босс, ребят. Это вот этот босс, что ли? Так, мы его сейчас быстренько постреляли и убили. А, это что за босс такой, ребят? Это просто ничего такого и нету мощного. А, давайте купим еще одного лучника. Так, и все, в принципе, да? Угу, идем дальше. Денег у нас мало, вообще мало. Да, слушай, тут трофей, видимо, реально деньги нам давал, потому что у нас было по 2000 зарабатывали. А сейчас, ну, сейчас проверим, сколько мы сейчас заработаем. Ну, у нас там и было, кажется, 700 монет. Так, давайте быстренько их уничтожим всех, вот этих вот. О, розовенькие пошли, давайте быстренько их. Все, розовеньких убили. Ну, лучников у меня много. В принципе, я могу не переживать. И змей у меня мощный, смотри. Кто там, чего там? Давайте, все, победили. А, лучников мы можем улучшить, да? А, вот так, таким способом делаем улучшение, да? В принципе. Хорошо. Надо будет нам еще замок улучшить. Улучшить, увеличить, значит, мощность нашего замка. Сейчас посмотрим. Сейчас с этими ребятами разберемся. В принципе, смотри, враги, они не особо сильные, я так понимаю. У нас мощь прям такая достаточно сильная. Вот мы всех их побеждаем. Так, давайте, лучница, давай, стреляй в них. Хорошо. Все, голубенькие сейчас мы... А, все, остались там голубенькие, зелененькие. Сейчас быстренько этих зомбачков уничтожим. Хорошо. Так, что я хотел улучшить? Я хотел улучшить замок. А, таким способом, типа, замок, да, улучшается, и все. В принципе, непонятно, что это такое. Так, а здесь что у нас? СП-5. Что мы можем здесь улучшить? Давай улучшим защиту. Давай улучшим, значит, наших воинов. Так, а какие-то стрелы тоже давай улучшим. И здоровье наше давай улучшим. Все, максимально прокачали мы здоровье. Хорошо, 300 у нас здоровье, да? Ну что ж, 300 здоровья тоже неплохо. Давайте увеличим скорость. А, вот смотри, с увеличением скорости прям нормально, таки быстренько мы. Быстро мы это все проходим. Так, добавим сейчас лучницу нашу. Все нормально, нормально. Быстро прям уничтожаем. Сейчас из зомбаков всех убьем. Хорошо, победа. Так, а на что хотел посмотреть? Что у нас здесь по трофеям? По трофеям у нас ничего такого интересного нету. Потом Hell. Что такое Hell? Непонятно. А, дальше. А, ну что у нас здесь? Здесь у нас чувак собирает золото. Можем ли мы купить его? А, это мы можем просто поменять. Нам, допустим, золото добывает. Можем еще одного купить. Смотри. Офигеть. Все, теперь они стали вдвоем работать. Это хорошо. Мы будем прокачивать их, значит. Так, улучшение замка, может быть, улучшим. Вот, добавились у нас, кстати, и здоровье для нашего замка, неплохо. Так, у нас на второй скорости все это происходит, да? Давайте немножко уменьшим, посмотрим. Значит, всю историю наших побед. Так, идут розовые штуки. Ну, давай улучшим, давай это быстрее все сделаем. Все, мы сейчас быстренько их всех победим, в принципе. Нормально. Можем еще сразиться. Еще заработаем. О, какие-то, смотри, жнецы вышли. Что-то новенькое. Ну, пока, в принципе, ничего сложного нет, я смотрю. Да. А, смотри, добавились какие-то эти. Частокол у нас добавился, нет? Вау-вау-вау, подожди, скорость давай уменьшим. Пришел какой-то чувак, начал нас мочить. Чуть он нас не замочил, представляешь? Офигеть просто. Так, что у нас здесь по ребятам? Ребята носят золото. Ой, как хорошо, как хорошо. Давай еще купим. Так, а что у нас тут получается? 2000, ну давай. А, типа, нужно еще что-то такое добавить. Нет варианта.
Так, Dark Crystal. Давай один будет Dark Crystal. А зачем мне этот Dark Crystal, слушай? Не, давай золото. Пока золото. Мне пока больше ничего не нужно. Отправляемся в замок. А где-то у нас была карта, и мы здесь с вами можем напасть на кого-нибудь. Давай на кого-нибудь не сильно сильного. Вот этого, например. Ой, вообще слабенький, смотри, чувак какой-то. Сейчас мы его зафигачим. Давайте, стрелы. Лучница, давай, работай. И сразу солдатиков еще выпустим. А еще можно вот так вот сделать. Во. Ну, замок все равно, смотри, мощный у них. Сколько тут получится? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 16 тысяч у них силы, да? Так, ну, мана у нас еще, в принципе, есть. Так, давайте работаем. Лучников у меня много. В принципе. Так, тут крестьяне вышли, да? Фига, сколько крестьянтик. Давайте, откроем огонь по ним. И солдатиков маны нету, ё-моё. Ладненько, ничего страшного. Сейчас справимся. А может быть и не справимся, потому что у меня они хпшку тоже подъедают. Так, ё-моё, маны не... А, вот, смотри. Хватило на солдатиков, но... Вау-вау-вау, смотри, как так они мой замок уничтожили, прикинь? Не получилось победить, к сожалению. Да как так... Как такое вообще возможно? Ладненько, давайте еще раз попробуем. Баттл сделаем. Так, ну здесь, в принципе, ничего сложного нет. Но пока мы не сильно прокачали. Надо нам, короче, здоровье прокачивать. Вот. Нам нужно конкретно прокачать здоровье, потому что здоровья у нас мало. Прокачаем замок. И тогда мы сможем дольше воевать, я так думаю. А сейчас мы, кстати, замок и прокачаем. Вот смотри. Так, все, победа. Давайте прокачаем замок. У нас здоровье, смотри, увеличивается. 400 стало. 450. 500. Так, давай этих лучников улучшим. Вот. Теперь уже, смотри, намного лучше стало. Так, здоровье давай сделаем. Так, посмотрю, 500 у нас, да? Если мы здоровье улучшим. А, также 500, в принципе, остается. Поэтому, в принципе, на это не влияет. А что это за монетки? А, смотри, какой-то замок. Ой, этот замок, говорю. Интернет, наверное, требуется. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.